компании «Получи результат» основатели Александра Терещенко и Алексей Колпаков. Занимаются увеличением консалтингом, увеличением продаж, но не просто, что вот дайте нам денег, а мы это вам сделаем. Они именно, работа состоит из четырех этапов. Первое – это идет внедрение CRM. То есть, если у вас нет CRM, они сами ее внедряют до результата, да, то есть, если есть CRM, то они ее внедряют так, чтобы все сотрудники ей пользовались. Второе, они автоматизируют все те процессы, которые раньше люди делали вручную. Различные смс-уведомления, составление договоров, там, выставление счетов, акты и так далее, вот эти вещи. Третье, они составляют интерактивные такие панели мониторинга, где фактически ты видишь свою компанию на мониторе, движение средств, движение процессов в живом реальном времени. И четвертое, уже после того, как ваш бизнес управляется, вы как собственник видите его динамику, видите потоки, они уже вместе с вами уже, собственно, внедряют сам консалтинг по продажам. То есть он уже управляемый на основе цифр. Как говорит, невозможно управлять тем, что не измерено линейкой, да, то есть цифрами. Переходите по ссылке под этим видео, будет сайт get8.ru. Также я на соцсети основателей размещу, соответственно, ссылки, вы можете им писать. И на сайте get8.ru вы можете увидеть примеры автоматизации и уже фактически даже бесплатно ими воспользоваться, как действительно можно оптимизировать некоторые процессы компании, сэкономить кучу времени. Ну и, собственно, обращайтесь в компанию, узнайте, сколько это стоит. И в любом случае, я думаю, здесь не надо это рассматривать, какие-то затраты на консалтинг. В любом случае, ребята с GET8 просчитают вам стоимость работ и их окупаемость. Вот, соответственно, после того, как вы их окупите там, за определенное количество дней, дальше уже будете работать в прибыль. И вот это согласуется с нашей философией. Мы действительно считаем, что чтобы удвоить продажи, не надо будет в два раза больше трафика или в два раза больше рекламы. Достаточно просто разобраться с тем, что внутри, снизить сопротивление в компании, сделать такое антитрение, чтобы люди, действительно клиенты попадали туда, куда они хотят, к сделке.